Анонс и точка выхода пятой серии четвертого сезона сериала «Шифр». Пятая серия сериала выйдет в эфир 19 апреля. Ранее в сериале мы увидели, как Савина не рассказывает Жуковскому ни про место, где якобы нашла кольцо, ни про своего жениха Валеру. Соня тоже предпринимает попытку облагоразумить ее. Но Дина заявляет, что действительно не знает, как найти Духова. Она всегда вызывала его на связь через дружков бандитов. Последнюю встречу она поставила условие – выбрать банду или ее. Он больше не появлялся. Тем временем Агарин знакомится с членами банды и узнает, что они готовы взяться к новому делу. Соня с Аней наведываются к матери Духова, но она заявляет, что не в курсе его местонахождения. Некоторые ее слова кажутся Ане подозрительными. Она предполагает, что она не договаривает про своего мужа. Катерина выясняет, что Петр Духов действительно жив и работает на заводе. Они с Соней отправляются к нему на разговор. Оказывается, что он не имеет никакого отношения к банде. Агарин едет на воровскую сходку, но остается стоять на шухере. Однако ситуация поворачивается таким образом, что он спасает главаря банды, Степана Привалова, от вражеской пули. Агарину становится известно, что Финн состоял в их банде, и они сами хотят выяснить, кто его убил. Пятая серия сериала выйдет в эфир 19 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.